Акция «Судом бура», запущенная централизованной библиотечной системой, продлилась с 26 июня по 2 июля. Участие мог принять любой желающий. Главное – уметь играть на домбре. Недавно представители городской библиотеки рассказали о необычном письме, пришедшем на их почту. Отправителем оказался россиянин Дмитрий Суворов. В своем сообщении он написал: «Я не кибастузец и даже не казахстанец, но очень люблю ваш национальный инструмент. Учусь играть на нем уже 4 года. Могу исполнять как казахские кюи, так и популярную и даже классическую музыку. Работая в Казахстане, научился играть на домбре, калкабызе, сабазга, щеретере и шанкабызе». К письму Дмитрий прикрепил два видео, на которых исполняет произведение «Алейла Сыгурдын Энхай Ток Кюя» и композицию известной голландской рок-группы «Венус». Также Дмитрий Суворов занимается популяризацией казахских национальных инструментов в ТикТоке.